Господин Гордеев, какие вопросы обсуждались в ходе встречи с вице-премьером Мегером Григоряном? Мы сегодня в правительстве Армении обсуждали вопросы развития торгово-экономического направления. Ну, на сегодня можно подчеркнуть, что между Россией и Арменией действует порядка 200 договоров в той или иной области нашего сотрудничества. Но сегодня мы говорили, как развернуть этот потенциал. Мы видим, что идет рост товарооборота неплохой в текущем году. Есть уверенность, что в ближайшее время подойдем к тому, что товарооборот будет годовой оцениваться в 3 миллиарда долларов США. Но в то же время надо сказать, что есть возможность серьезно увеличить инвестиции в создание совместных предприятий, как в промышленности, так и в сфере сельского хозяйства. Отдельная тема была, как нам использовать потенциалы в образовании и в науке, и здесь создать какие-то правильные цепочки взаимодействия. И мы серьезно обсуждали вопросы взаимной сертификации продукции на рынках России и Армении, чтобы мы воспринимали это как, ну, товары отечественного производства. Отдельная тема инвестиций. На сегодня мы видим, что накопленные инвестиции тех или иных предприятий и организаций в экономику Армении составляют порядка 40%, то есть серьезно наш бизнес уже присутствует, но хотелось бы поменять качество этих инвестиций и прежде всего выйти на какие-то совместные производства тех или иных видов продукции, не только для того, чтобы их продавать на рынке России и Армении, но и использовать рынки третьих стран. Поэтому, ну, очень интересный такой предметный разговор состоялся, и, например, ну, речь идет уже в ближайшее время о создании такого эффективно действующего совместного технопарка здесь у вас в Армении. Одним из основных вопросов является вопрос проблемы верхнего ларса, то есть мешающая торговля. Этот вопрос обсуждался, да, какие-то этот, пути? Этот вопрос уже обсуждался, работы контрольно-пропускного пункта, как наша реакция на просьбу представителей Армении и как на уровне национального собрания, так и правительства. Сегодня принято решение председателем правительства Российской Федерации и, соответственно, министерствами и ведомствами. Идет диалог между министерствами экономики двух стран. То есть будет в ближайшее время серьезно расширены возможности товарного потока из Армении в Россию через этот пункт пропуска. Спасибо.